Югра присоединилась к флешмобу «Хэштег COVID не победит». Акцию, к которой активно подключились медработники по всему миру, инициировали врачи из Малайзии. Врачи фотографируются с посланием: «Мы ради вас остались на работе, вы ради нас оставайтесь дома». В округе первыми к флешмобу «COVID не победит» присоединились медики Нефтеюганска, Сургута, Когалыма и Нижневартовска. Они призывают жителей не посещать общественных мест, чтобы не подвергать себя опасности заражения коронавирусом. Врачи несут круглосуточную вахту для нас, а мы для них можем сделать самое главное – по возможности оставаться дома.